Невероятно легкий материал, способный понизить шум авиационных двигателей и повысить комфорт пассажиров, разработан в Британии. Графеновые меренги из аэрогеля с чрезвычайно низкой плотностью продемонстрировали способность погасить звук на 16 дБ, хотя весит при этом всего 2,1 килограмма на кубический метр. Масса любых компонентов – крайне важный фактор в авиации, и разработка ученых из университета Бата демонстрирует отличные показатели. New Atlas, по сравнению с обычным полиуретановым звукопоглощающим материалом, плотность которого составляет 32 кг/м3, графеновый аэрогель из поливинилового спирта весит в 15 раз меньше. Это значит, что рев реактивного двигателя можно будет заглушить до звука работающего фена. Это бесспорно очень интересный материал, который можно применять различными способами, первоначально в авиакосмической отрасли, но также в автомобильном и морском транспорте, а также в строительстве и отделке, сказал профессор Мишель Миа, руководитель исследования. Ученые смогли получить такую невероятно низкую плотность благодаря сочетанию жидкого оксида графена и полимера, которые застыли с воздушными пузырьками. На очень базовом уровне технологию можно сравнить со взбиванием яиц для приготовления меренг. Получается прочный, но воздушный материал. Изобретатели полагают также, что новый аэрогель будет обладать и другими полезными свойствами, например, будут защищать от огня и электромагнитного излучения. Также есть возможность оптимизировать теплоотводящие способности материала, чтобы еще больше повысить его привлекательность для изоляции двигателей. Миа и его команда обещают, что наладить производство аэрогеля можно будет за 1,5 года. Специалисты из Сингапура. Новые стеклопакеты, проветривающие помещения в 4 раза лучше, чем открытые окна такого же размера. Вдобавок они обеспечивают 4-кратное снижение уровня шума. Мы рассказываем о самых интересных новостях науки и технологий, от наступающей тотальной автоматизации до альтернативной энергетики, от искусственного интеллекта до медицины будущего. С нами всегда интересно и познавательно. Хай-Тек Плюс уже много месяцев входит в 30-ку лучших каналов Дзёна. Подписывайтесь нас друзьям. Подписаться. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк.